Всем доброго здоровья, приятного аппетита, кто сейчас кушает, с вами Юлия и Мишка. Всем привет. У нас сегодня будет Ивошка, давно их не было. Под названием Mini Giants. Да, недолго я пожил. В общем, суть такая, вам нужно выживать, сражаться, расти и получать сундучки, чтобы получить новые крутые предметы. Естественно, опять же, одна мысль, всех завалить. Это точно. Видно, что есть труда. Ну, а Миша в данном случае хотя бы выжил. Я просто, да, собираю. И на самом деле, обычно побираюсь. То есть хожу, опа, сундук, Миша, аккуратно, вот этот на тебя нацелился. Да, здесь много героев, много предметов. Я уже набрал кучу, вон сундук был. Да, идите, кстати, отсюда. У всех разная именно оружка. И, кстати, нужно сундук быть порой. Побирайся! Ну, ты я достаточно его собрал, взял, да. У меня еще есть другой персонаж, который тоже неплохо прокачан. Так, да, здесь 50. Есть инвентарь, между прочим. Некоторые вещи я могу улучшить, либо продать. Например, хоп, получить монеты. Ага. За монеты можно допустим, улучшить. Да, но это все потом. Давайте пробежимся еще чуть-чуть. Мы могли бы, конечно, с Юлей побегать, но я думаю, здесь смысла нет, кооператив. Здесь каждый это сам, каждый за, сам себя. За себя. Да. Поэтому собираем, и все нормально будет. Здесь еще на правую кнопку Мишка. Есть ускорение. Как я знаю, эта еще игрушка присутствует на Android и на Apple даже устройствах. Так что... iOS. Так что можно спокойно там сражаться. Так, ладно, потихонечку набираем, и скоро будем открывать сундуки. О, слушай, вот это интересно, похоже на Элочку Людоедку. Вообще жесткие ребята, они открываются с уровнем. Скелетрон, кстати, классный. Они вдаль атакуют. У каждого гера реально свои функции. Этот у меня быстро устает, но зато у него броня на 50. Да. Смотри, какое мясо. О, Миш, слушай, ты, кстати, может сюда вон подвесить. Подсосусь? Да. Ну, из-за того, что я этот блок включил, у меня, конечно, поменьше выдается, но когда я играл без записи, естественно, я так набивал. Так быстрее очки просто брать. Ну что, пристали? Ну что, давай. Сзади, отходим, все нормально. Отходим. Так, первый уровень. О, ложки. Сейчас мы вас... быстренько. Ой, Мишка, бежим. Все клацает. Котяр, кстати, порой даже не видно. Они бывают до такой степени уже расформятся. В том смысле, давай. Есть. Но я долго с ним. Да, тоже лошок. Сейчас мы его бах. И куда ты пошел? Идите все ко мне. Да, и вот этого тоже. Все, потай. Ну ладно, хоть один. Здесь как, смотрите. Два простых, это один золотой. Иди отсюда. Отлично. Вот, еще три золотых, это один изумрудный, все, у меня это не так. Вот с ней он, лучше короче, мне не разбираться. Голубой, фиолетовый. Общем, да, остался. Понимаете. Ну, изумрудный и пусть фиолетовый. Да, окей, я не знаю. Да, да. Вот к ней я могу, к ней я могу подкачать. Что ты здесь делаешь? Нет, Миша, аккуратно. Шестой уровень. Там снизу, вон, видишь, какие. Так, вот с этими ребятками я тоже. Хоп! О, да блин, не даст. Да, они уже слишком большие. Все, один золотой получил, это уже смотри, хороший. Смотри, что делает, на нас нацелился. О, Мишка, золотой, сейчас. Мы сейчас в оборот попадем. Не, я не пойду, это моя бы жизнь была. Вот 12 капец. Тоже серьезный. Ну, вот я бы так-то конечно. Уже больше уровень заимел, если бы, как сказать, срекла. Так, нормально. Еще один золотой, отлично. Все, мне хватит. Все, нормально, два золотых. Ну что, пора что-нибудь подкрывать. Да. Смотри, сколько всего. У Мишки дофига. Вон, видно, что дают простые предметы из такого. Вон и даже, монетки. Кстати, оружие. То есть мы сейчас немножечко откроем, до 5 вот здесь. Золото так, нужно на прокачку. Конечно, все. Нужно. О, дубина. Отлично. Давай пошли теперь сюда. Золотой. О, что-то уже более уникальное. Хрустальный, Миш, и волшебный. Ой, вот здесь как все они по-русски. Правильно, да, называются. Что-то я... О, варики. Перчики какие-то. Так, отлично. Так, еще все одни готово. Варики. Поехали теперь сюда. Так, какой-то о, шлемак. О, шлем, слушай, давайте еще уникальный, один. Типа... Вау. Быстро открываются сундуки здесь. Так, да, я думаю, хватит на потом. Что-то откроем? Эпическое. Да, давай. Перчатки. Шиканем. Слушай, отлично. Пошли. Пойдем одеваться. И ведь прикольно то, что те предметы, которые уже не нужны, их ведь можно продать. Миша, да. Давай вот эти. Броник 26 перчатки. Самый крутой. У меня вообще никакого не было. У тебя вон перчатки. Перчатки. Видишь, крутые. А, вот эти крутые. 29. А эти у меня были 13. Да, я их одеваю, естественно. Меч. У меня даже оружия-то никакого не было. 34 одинаково. Но зато у них стоимость разная, поэтому поставлю топор. Да, еще можно вон, продать. Кстати, колечко выпало. Колечко. У меня было колечко, оно урон. О, короче, это все можно тупо... А шлем? Шлем. Вот у меня 90... А, нет, это здоровье еще. Но этот у меня по параметрам эпический у тебя, у меня был да, круче. Просто продаем все ненужное. Вот это тоже. А, но я могу и другого же перса одевать потом. Но мне кажется, этот более выгодно. У него да. Сразу как броню, он вообще просто жесткий. Наверное, хватит, можно что-нибудь прокачать, например, топорик конечно, на 1000. Конечно. И у него будет... И давайте вот так. Все, все давайте Миша попробуем. Давайте попробуем. Я 5 уровня, кстати. Еще один уровень, фея откроется. Здесь вон сколько. Вот амазонка у него, выносливость 25 а урон. А кто еще там...
Скелетрон, ко всем некромант, параметрам, урон 50, маг, и у них даль как будто такой. Жрец, кража жизни, то есть вампиризм. Фея, блин, ну и вот стандарт. Повак. Мне больше всего рыцарь, если вы играли, напишите, кто вам больше нравится. Блин, такой не загашу все равно его, я уверен. Конечно. Без толку. Он 11 уровня. Ладно, потихоньку, в начале даже совет. Вот у этого, конечно, мало. Вот так вот, и все. И нету крупняка. Мы, как сказать, быстро сориентировались. Ой, вот этот меч слишком крупный. Ой, ну ты, кстати, успел забрать сундарь. Единственное, что вот реально, тут они некоторые персы настолько крупные, что порой ты просто бежишь, и бац, тебя пришлепнуло оружкой. Даже ты даже никого не видел. Взмах. Так, ну здесь лучше не вытрепываться. Давайте вы между собой соберете, а я уже кого-нибудь из вас. Блин. Так, ну здесь она как-то не хотя ты мог, молоко, знаешь, отчасти, наверное, даже состилить. Смотри, типа, смотри. Успеть раньше. О, тихо, маг, распоясался. Добить. Нормально, нормально. Мне бы сейчас добыть. О можно. Вот. Все, yes, отлично, она моя. Супер. Вот этот на него. Золотой. Золотой. Успел, золотой, успел. Золотой. Бежим, Миша, бежим. Ты сейчас легкая добыча, да, вообще. Мне лучше качаться, потому что со временем увеличивается немножечко хпшечка. Я, кстати, так и не знаю, как регенится, походу. Он, конечно, сундарь. Ну ладно, я за два золотых получил. Ну, я заслужил их, правильно? Конечно, могу их открыть. Открываем. Так, какой-то еще обруч. Кольцо, это кольцо. Ну, я уж так его назвал. Давайте еще этих чуть-чуть откроем. Ну, здесь вот реально фуфло, которое тупо продать можно. Да, то есть да, тут да, простые. Давайте полностью их открываем. Давай. Уж до конца посмотрим. Золото. Монеток, монеток. Не ахти, да, 96. Давайте здесь чуть-чуть еще посмотрим. Еще монеток. Да, ва-банк, сейчас еще. Все, чуть-чуть. Миша, короче, дорвался. До пятюни добьем. Те, кто любит открывать кейсики, это игра специально для вас. Точно, так, и все, я думаю, хватит. Давайте хватит. Пока да, что, пока что. А, давай посмотрим, что у нас. Ё-моё, сколько всего. У меня, по-моему, доспехи выпали, но они, опять же, 97. Слабенькие в отношении. Ну моих, да, тут еще видишь, выносливость. Так, давайте по-моему продавать то, что не нужно, потому что засор идет небольшой. Вот так это стоит интересно. Ну нет, хотя даже нет, просто может быть, не ты идет оставишь для вот амулетов перса у меня нету. Вот этот амулет получше, да? У меня ничего нету. Амулет. 97 здоровья. Все, одеваем. Так, он, давай, видишь, давай, насколько давай. У меня здоровье пипец. Конечно, этот чувак, он более выносливый. Он бегает хорошо, но мне это ну, не сильно нужно. Бы, да. Так, эти вещи так. Ну, тебе, если видишь, вот это нравится, то стоит его и да, прокачивать. Так, это я продаю. Тем значит более, видишь, можно же улучшать каждый предмет. Поэтому. Это точно. Продаю, короче, все. Можно, кстати, что-нибудь улучшить. Из нашего, что есть, да? Да. Так, ну этот обруч. Оставь на всякий случай, вдруг для другого перса. Хорошо, пригодится. Вот это только продаю. Что бы можно было? На здоровье, давай улучшим. Давай. Бабах, бабах. Что еще на здоровье? И урон можно. И вот это на здоровье дает. Мы уже урон увеличили. И давай урон. Все, я думаю, нормально. Нормально. Поехали. Давай, все. Мне кажется, мы так, неплохо мы уже прокачали, как бы такие. Серьезно, неплохо, ребята. Вон, Миш, вот на этого напали. Согрится. Ха! Как все четко! Один удар. Так, вот здесь так, лучше вот не выкрутить. А вот тут. А вон тот дурак, побежим дальше. Так, так. Вот на так этих можно было бы напасть. О, царь горы. Сундарь. Нет, он второй, и я второй был. Да отвали ты уже. Идите нафиг все отсюда. Вот, на этих напасть, Миш, давай, отлично. Все, нормально, не сильно потерял. Перфекто. Иди ты нафиг. Ну, что ты пристал? Все, третий уровень, мы уже посерьезнее. Мелочь какая-то тут бегает. Вот здесь на самом деле весь. Ой, здесь уже не буду. А прикинь, если можно последним добить. Вот я про это и говорю, что застили. Да, это жестко. И обидно там. Вот этого можно первого уровня. Котян, отвали. О, вот здесь. Ай, он восьмого! Блин! О, мы его добили! Все! Еще о, этот. Какой мы он крутой! Был? Мы хрусталь. Я забываю вещи. Ну смотри, зато уровень еще прокачали. Да. Так, надо набрать камушки. Руду. У так нас, по сути. Пошел по башке. Опа, пацаны, не надо. Они, видишь, они будут тебя пытаться, скорее всего. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, одерочка. Ну что вы пристали-то, а? Ну, пшли. Все, как четко я их разогнал. Ну, кстати, да. Чаще твой уровень, будешь драться? Трынь! Мы. Все, разошлись. Все, я никак не можешь сказать. Короче, из любой ситуации выгоду можно извлечь. Да идите нахуй. Вот что я хотел сказать. Вум-вум. Там был. Ай, ну она, конечно. Да она не достали. Тут жесть какая-то. Давай вот.
Все, добьем. Иди нафиг. Давай однерочка на меня. Так, отлично. Сейчас отлично. Будем седьмого уровня, и замечательно будет. С этим я не буду разбираться. Так, наверх может быть, да. Так, мне чуть-чуть... О, шестой. Вот этого бы дать. Не-не-не, он шестого уровня. Тоже шестого. Да, он меня легко зайдет. Вот так. Этих вот куча мелких можно на них нафармить. Неплохо. Это волшебный. Здесь это азарт просто пипец. Я вот сидел реально, крутил, вертел. Реально просто... Блин, 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 Мишка, отходим, отходим, отходим. Так, мне немного осталось до восьмого уровня. Да, лысый. Китайский язык пошел немножко. Китайской. Так, 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 девятый уровень не полезу, да. Слишком серьезно. Сейчас восьмого встану. Чуть-чуть. Все, восьмой. Так, так, девятка. Этот девятого. Сейчас, видите, мы уже медленнее бегаем. Нападать. Но мы стали крупнее. Да, только вот единственное, жизни у нас мало. О, ой-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 
Не, не возьму, не возьму, не возьму. У тебя же стал сильнее. Так, давай. О, вот сундарь. Так, отлично. Даже во. Так. Золотой Маш! Есть. И Миш, добей вот этого, может быть. Еее, yes. Хорошо. Вот этот, вот этот. Вот этот, вот этот. Рискнем, рискнем. Все, отошли нафиг. Просто... Все, еще один. Два таких. Жесть. Отлично. Давайте в мясо. Чего что, девятка? Так, все. Супер. Ну, слушай, а мы уже на четвертом месте в топе. Мы рисковые. Отойдете все. Так, пришлёпнем всех. Так, четверка, не уверен, что на меня... Так, у нас по факту один золотой, два волшебных. Вон еще один волшебный. Ай-яй-яй. Что ты лезешь? Его еще не забрали? Да он сейчас заберет его. Он слишком мощный. Не дает его как бы забрать, его не завалишь. Слушай, ну мы тут четко продержались. Ой, золотой. Ну нет. Все, мы получили золотой, нормально. Все. Так. Вот это ваше. Отлично. Вот это разнос. Я прям уже. Мы в топчике. Промахнулся. Блин, ну ничего. Давай откроем. Да, надо открывать. Начнем с золота для разминки. Кстати, как было много сундуков и как мало их осталось. Ну на самом деле они быстро набиваются. Но мы зато много таких нормальных, дорогих получили. О, эпичная броня. Так, ну что, самое веселое? Раз, два, три, поехали. Ожерелье. Легендарка. И меч. Эпический. Так, слушайте, идем. Сравнится срочно. Ли он? Кстати, а мы мадам у тебя еще... открылся, погоди да? секундочку. Нет, еще не открылся. Не открылся. Так, возвращаемся. Ну, во-первых, это фуфло, я так помню, да? Да. Так. Меч. А где меч. Тут? Смотри, у броня меня... вон есть вроде как. 97, а, точнее, стой. 97, 21, вот 26. А, стой. 135. Короче, даже на прокачанную она лучше, чем прокачанная. Меняем. Да. Так, и меч. Но оставляем как-то. 64 он сейчас, 87. Уже лучше. Да, только вот единственное, мы как бы... А, да, мы потеряли много денег. То есть лучше легендарку или пичку прокачивать, да. Если вот так сделать, нормально. Так, с ожерелье у нас кольцо... А это что такое? Это обычное, тоже, это обычное, да? Ну вот легендарка, кстати... есть, топ. Вот, и она круче. Давайте. А это что? Уникальный. То есть, в принципе, не очень. Но это можно уже продать, конечно. Топор не нужен. Перчи тоже продаем, чтобы не засорять. Эти остальное... обычные, так тем более продаем. Так, да, обычно тоже продаем. Слушай, давай чисто быстренько что-нибудь вот это вкачаем. Вот это у нас вкачаем. Единственное, не так много денег осталось. Все, нормально. Я думаю, хватит. Давайте попробуем просто супер... Показатели выросли. А сколько? Стоп. 300, ух ты, урон 500. Ну, короче, мы, мне кажется, очень сильно стали. Даже да. На первом уровне мы уже кому-то можем что-то нафигарить. Конечно. Так, смотри, ну, слушай, надо что делает. Опа, хорошая. Кстати, нормально. Не дурно. Нужно еще... Сразу золотой. Отлично. С тобой не буду связываться, сразу золотой получил. Да, он уже, потому что 9-го. Ну, я уже в разнос пойду просто. О-о-о. Давай с тобой, давай. Нет, с тобой а не будем. Нет, да отстаньте. Все, золотой. Он наш. Так, бежим, Мишка, чуть под задницу не получили. Давай, давай, тайминг. Так, хорошо, отлично, мы одинаково были, у меня даже кстати. ХП меньше было. Миш, вон там куча сундурей было. Сейчас будет, да? Да, вон снизу, как бы снизу. А, снизу, а я наверх. Ну что тут какой-то умник собрал. Да. Так давай с тобой, давай, иди со мной. Опа, так, все, отлично. Отлично. Ну я, короче, я труп ходячий. Ну, о. Как бы да. А, хоть, мог бы. Мог бы. Ну, последний остался, и как раз давайте его откроем. Что-то тоже получил. Еще эпичную броню, но у нас, которая, если сравнится, так, 155, ну, вообще, ой, 140. Вот ну, почти, но тоже неплохо. Ладно, да. Короче, закончим на этом. Уж не знаю, как по поводу да, продолжения. Прикольная. Прикольная. Мне нравится эта игруха. Действительно, азарт есть. Самое это главное точно. В играх.
Все, всем хорошего настроения, всем пока. Всем пока!